22 и 23 марта в Даугавпилсе проходила туристическая контактная биржа. На ней туроператорам Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси и России рассказали, чем интересен Даугавпилс. Учитывая, что за пределы Риги зарубежный турист едет неохотно, необходимость в подобном формате назрела уже давно. Контактная биржа потому, что это возможность более тесно друг с другом познакомиться и создать какие-то новые контакты и дальнейшее сотрудничество. Каждый год Латвию посещают много зарубежных туристов, но только небольшая их часть отправляется за пределы Риги. Поэтому наша цель – познакомить иностранных туроператоров с предложением региона, так как здесь очень много новых качественных туристических объектов и услуг, востребованных именно иностранными туристами. Мероприятие носило сугубо практический характер. После недолгих приветственных слов и презентаций гости отправились на экскурсию по центру Ротка и Даугавпилсской крепости, побывали в Латгальском зоопарке, центре Зино, посетили Олимпийский центр. Впечатлений была масса, хотя многие туроператоры с рабочим визитом посещают наш город не впервые. И каждый раз, когда приезжаем, мы делаем какие-то интересные программы, уже основываясь на том опыте, который мы получили во время пребывания в Даугавпилсе. Мы посмотрели программу, если не только Даугавпилс, но и регион представлен, еще мы увидели, что очень много есть нового, чего мы не знаем, хотя, казалось бы, хорошо знаем регион, мы больше сотрудничаем, чем с Ригой, вот именно с этим регионом, ну и надеемся, что после вот этой биржи у нас появятся еще более интересные программы, насыщенные, которые будем предлагать нашим туристам. Это очень красивый, хороший город, который стремительно развивается буквально на наших глазах за последние несколько лет. Во-вторых, здесь проживают очень хорошие творческие люди, которые делают туризм, и ваш девиз, что в Даугавпилсе есть туризм вполне правильный. Нам просто здесь очень комфортно и очень нравится. По общему мнению, настоящей изюминкой туристического рынка Даугавпилса стал и дроболитейный завод. Гости не только осмотрели экспозицию, ознакомились с технологией производства дроби, но и опробовали продукцию в тире предприятия. За последние годы поток туристов сюда увеличился в разы, и руководство постоянно думает о расширении своего предложения. Еще одним объектом посещения стал Центр керамического искусства. Здесь можно не только полюбоваться изделиями латгальских мастеров, но и воочию насладиться процессом создания глиняных шедевров. Туроператорам рассказали о возможностях центра, познакомили с широким спектром программ. Обменяться мнениями и наладить деловые контакты участники мероприятия смогли вечером, когда в гостинице «Лагола» прошли встречи гостей с местными представителями туристического бизнеса. Многие зарубежные компании уже сегодня планируют маршруты по Даугавпилсу и Латгальскому региону, поэтому возможность встретиться и выяснить все нюансы оказалась как нельзя кстати. У нас планируются группы именно сюда, в регион Даугавпилса, и поэтому мне интересно все. Чем интересен Даугавпилс, Динабург для поляков? Ну, вы знаете что? Я знаю, что очень много польских как бы следов здесь на территории Даугавпилса. Но и поэтому хочу посмотреть, как это все выглядит в реальности. Биржа для туроператоров, а они занимаются в основном комплектацией групп. И поэтому мы надеемся, что получена будет дополнительная информация о наших очень интересных объектах, туробъектах. И туроператоры, и турфирмы будут использовать эту информацию для комплектации группы, и группы будут посещать город Даугавпилс. Туристов станет в нашем городе еще больше. Второй день мероприятия целиком был посвящен экскурсиям по Даугавпилскому краю.